Здравствуйте, Владимир Олегович. Скажите, пожалуйста, какие итоги 2017 года вы могли бы подвести по вашему району и какие планы вы намечаете на грядущий год? Наверное, это еще рано подводить. Год не закончился. Много что сделано, достаточно много. Большие серьезные планы на следующий год. Одной из важных составляющих, это мы надеемся, что сделаем ремонт в 25-м лицее Пушкинском. Мы надеемся, что отремонтируем нашу центральную магистраль, это Ванеева, Сахарова. И я думаю, сможем отремонтировать определенное количество второстепенных улиц, так называемых, и приведем их в надлежащее состояние. Также есть понимание, что мы войдем в программу «Комфортная среда», и 2800 человек, которые живут на улице, порядка 2800 человек поменяет то, что вокруг них достаточно надлежащее комфортное состояние. Такой вопрос. Елка желаний пройдет в Советском районе, как известно. Можно ли об этой кольце акции поподробнее? Ну, а что же нельзя? Конечно, можно. Дело в том, что есть никому не секрет, то, что есть социально незащищенные ребята, да, с разных семей, и у них, так же, как у обычных детишек, есть желания. Но, к сожалению, возможности их родителей зачастую отсутствуют. Именно для таких людей мы инициировали елку желаний, где ребята складывают, так скажем, свои пожелания, а при моем участии, при участии активных жителей нашего района мы эти мечты и желания осуществим. Находимся в преддверии Нового года. Может быть, вы хотели бы, так сказать, поздравить советчан и пожелать им что-то? Ну, конечно, в 2018 году есть еще что пожелать. Прежде всего, стабильности, спокойствия, счастья, процветания и здоровья всем. Спасибо.